Стали известны подробности похищения младенца из роддома в Смоленске. Новорожденную девочку отыскали в частном доме в одной из деревень области. Как выяснили следователи, ребенка из больницы похитила 17-летняя девушка, которая проживала вместе с сожителем и его матерью. Женщина находилась в частном доме в 300 километрах от Смоленска. С ней была похищенная девочка. Полицейские передали ее медицинским работникам. Подозреваемого в похищении задержали и отправили в одно из отделений полиции Смоленска. Во время допроса девушка пояснила, что на преступление ее толкнуло личное горе. Недавно в родах она потеряла собственного ребенка. Малышку, от которой неделю назад отказалась родная мать, вернули обратно в больницу. По заверениям врачей, девочка не пострадала от незапланированного путешествия, она здорова и чувствует себя хорошо.